За 2 миллиона рублей в Новочебоксарске отремонтировали двор на бумаге. Это один из примеров нецелевого использования бюджетных средств. Об этом и других случаях говорили на заседании антикоррупционной комиссии. Работу по программе формирования комфортной городской среды подрядчик не выполнил, а деньги получил. Бумажным документом представлена информация, что объем работы выполнен, а в ходе уже проверочных мероприятий выявлено, что листами искаженные данные и оплачена работа, которая не выполнена. Кто подписал акты? Фамилию называйте. Михаил Васильевич, к сожалению, глава региона поставил задачу разобраться в ситуации и наказать виновных. Республиканский Минфин провел 31 проверку по реализации госпрограммы развития жилищного строительства и сферы ЖКХ. Выявили нарушения, которые подлежат восстановлению бюджета на 25 миллионов рублей. Восстановлен вот на 31 октября 9,7 миллиона рублей. За работой госслужащих следит и прокуратура республики. В результате проверок наказали 800 человек. Количество выявленных прокурорами в 2018 году коррупционных правонарушений и преступлений в сфере ЖКХ и жилищного строительства увеличилось значительно. В целях их устранения в адрес органов государственной власти и местного самоуправления были внесены тоже представления. И по требованию прокурора два высокопоставленных должностных лица уволены со службы в связи с утратой доверия, тоже по материалам, оформленных всеми правоохранителями. Это результат комплексной работы, отметил Михаил Игнатьев. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика.